Погнали. Как обычно. Ну что ж, MVP Феникс против команды Зефир. Это по-прежнему квалификация к International 2014, регион Азия. Ну и MVP Феникс забирает Нагу Сирену плюс Тайт Хантера. Зефиры отвечают Ancient Operation и Dead Prophet. В бане находится Twinhead Dragon, Ember Spirit, Disruptor. От Зефиров MVP Феникс избавляются от Sun King, Batrider и Storm Spirit. Четвертый бан. Извиняюсь за небольшую задержку и черный экран. Так бывает, когда руки кривые. Так выглядит сетка турнира на данный момент. Arrow по-прежнему занимают первое место. 4 игры, 4 победы, 12 очков. Следом за ними идут Минески. 4 игры, 3 победы, 1 поражение, 9 очков. Orange. 4 игры, 3 победы, 1 поражение, 9 очков. Ну и вот на четвертой строчке как раз таки расположились MVP. 4 игры, 2 победы, 2 поражения и 6 очков. Ну таких ребят у нас много. Правда, вот у Зефиров пока не задалось. Десятая строчка нашего турнира. 4 игры, 1 победа и 3 поражения. Ну, вернемся к пикам. Там у нас появился в бане медведь, от которого избавились сами Зефиры. А потому что уже была данная игра, и в ней краски присутствовал Мишка. Мишка через Кирасу и Дезолятор. Я эту игру смотрел в перерыве. Не помню, кто ее комментировал, по-моему, Версуда. Ну, задумка там была на спуш лайнов. MVP Феникс. Четвертый бан. Должны избавиться вот так вот, просто от Скелетон Кинга. Ну что, соберется бомбоя в этой катке или же нет? Или же пойдут по накатанной и закончат на 10-й строчке квалификации, что, в принципе, достаточно обидно. Тренд Протектор еще для Тайтхантера и Наги Сирены. Решили с Ивовенько поиграть. И ответочка тут же Морфлинг. Ну, это удар, конечно, по Наге, скажем так. Решили взять очень хардовых керри. Четвертый пик. Кстати, непонятно, в роли кого здесь будет Тайтхантер. Будет ли это суппорт на лайне для Наги Сирены, или же все же оффлейнер, как обычно. Через Кракен Шелл и так далее. Ну, сейчас скоро узнаем. Resolve time. Минута бонус тайма пошла. MVP Феникс, четвертый пик. У них турнирное положение немного лучше Зефиров, но это не значит, что эту игру можно проигрывать. Если они захотят побороться за место под солнцем, то лучше все игры оставшиеся выигрывать. Две уже слили. Хватит. Патма появляется. И это, судя по всему, мейн керри. Напоследок на моем канале будет самая такая знатная заруба между, так сказать, топами, наверное, вырисовавшимися уже. Это будет драка между Arrow и Минески. Должен быть очень-очень такой мясной матч. Ну и Doom для Зефир Дота. Что-то они очень ударились, скажем так, в фармящих героев. И Думу, и Морфлингу, и Профетке нужны какие-либо айтемы, чтобы нормально себя чувствовать. Посмотрим, что будет дальше. Последний герой должен быть какой-то саппорт. Есть оффлейнер, есть мидер, есть мейн керри. Ancient Operation в качестве саппорта. Кто-то должен еще в купе появиться. Пятый бан от MVP Феникс. 30 секунд остается на все про все. И минус Shadow Demon. Тут же банится Silencer по какой-то причине. Я не знаю, что это будет за саппорт, интересно. Если забанили Silencer, может это будет Enigma или Рубик.
Ну что, 40 секунд. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Это Рубик. Конечно же, это Рубик. Ну, ответчиком может быть Visage какой-нибудь, или Vengeful Spirit сюда бы неплохо заехала. Ну и вообще очень неплохо въехала бы Раста. Посмотрим, думают ли так Зефиры. Это Чен. Ну и означает, что ребята собираются немного подпушить. Хотя в предыдущей игре тоже был Чен, но это никак не отразилось на пуш-задумке. Ну что, ждем, когда дерево найдет своего хозяина. Мы сможем начать. Итак, так, конечно же, рамка, дорогие друзья. Рамка имеет место быть. Кто на ком и кто куда? Команда Зефир. Йосин играет на Чене, Блиц, Дота, Дед Профит, Карей, Морфлинг, Пурш играет на Ancient Operation и Секси Бамбоа играет на Думе. Команда MVP. Марш, Патма, Рейзен играет на Рубике, Кво, Нага Сирена, Хин играет на Тренд Протекторе и MVP Форел Тайт Хантер. Ну и, возможно, у нас даже будет стычка на первом уровне. Очень активно ребята двигаются друг другу навстречу. Может быть, пора запускать Arrow. Нет, не надо запускать Arrow. Дерево видит, будет ли Сид. Пошел Arrow. И здесь минус Пурш. Да, очень активно начинает свою игру MVP Феникс. Цепанули аппарат. Я что-то не заметил, почему он пошел в отдельно от своей команды куда-то вниз. Ну и он нашел то, что искал. Лещей ему надавали нормально. Я думаю, больше такой гадостью заниматься не будет. Пам-парам-парам-пам-пам. Ну и вот разделили экспуза аппарата. Кто, кстати, забрал ФБ? Нага Сирена. Ой-ой-ой, как это нехорошо. Тут же появляется Ботл, и Нага очень уверенно себя будет чувствовать в медле. Ну а Зефиром теперь немного придется попотеть медловому герою, чтобы защититься как-то. Что тут сейчас будут мучить рептайдами постоянно. Ну, талисман, пропуленные тангусы, Ирнвунд Бранчи. Накидали тут бомбою по горбу, очень даже знатно, пол хп уже снесли. Ну и стычка в медле. Тут же Риптайд. Выходит сюда Рубик. Что, неужели? Не, ну даблмит вряд ли будет. Бомбоя будет возвращаться на лайн, откушался тангусами, пока ничего не качал на первом уровне. Ну и здесь, как и говорилось, Тайтхантер на оффлейне. Качается, кстати, через гаш, но это понятно, потому что убивали аппарата. Ну, без Крайтинша ему, конечно, опасно сюда выходить. Аппарат под Челентачем будет больно наваливать. Ну и суппортировать здесь будут Морфлинга. Чен может захватить Кентаврика. Пока Совах задувает. Сделал себе уже пак. Ну, Чен получит сейчас второй уровень. Неплохо денег. Бамбоа. Посадили Сид. Будет ли дерево подблочивать? Пытается, но придется... А он Девауру прокачал, у него нету горящей земли, и скорее всего это ГГББ, потому что сейчас будет телекинез. Пошел Arrow, если Старшторм, Старшторм нет, ну бомбой минус. Второй килл для MVP. Отличное начало игры. Здесь в медле еще щемят всячески, пытаются защемить Баншу. 7 на 2 против 5 на 0. В принципе, мидл ровный, но в остальной части карты MVP чувствует себя неплохо. Ну, получает второй уровень Тайт. Еще крипы к нему подходят под вышку. Здесь и до третьего останется недалеко. Кто, кстати, килл-то забрал? Тренд Протектор. Да. Ну, наверное, появится сапог теперь. Контролит руну. Появляется руна Регина. Может ее забрать здесь, в принципе, Нага. И как раз
Можно до ботла вот сходить, да, забрать руну Регина, и потом еще и ботл приедет, можно пообузить. Все великолепно. Просто приобретает все брейсер, не будет. Это фаст рейдинг. Сначала будут барабаны. Обходят Тайдхантера. Видит. Тавра качает тут же Крякен Шелл второй. Ну а что ему тут сделаешь? Хотя пытаются подморозить. По челентачам неплохо залетает. Уходит отсюда Тайдхантер. Поднимает телекинезом. Потащил Чена. Больно бьет вышка. Чен пытается уйти. Еще тычечка. Это минус Чен. Опять же неудачный гант от команды Зефир. Да. Пока игра у них сегодня совсем не идет. Патма, огромное количество крипов под вышкой. Ну, что будет собирать Патма? Патма, наверное, будет собирать Мидас. Дерево почему-то на лайн вышло и ворует экспу. Непонятный, на самом деле, движлон тут устраивает. Я бы за такое наказывал, честно. Профетка. Четвертый уровень, почти пятый, по крипам 16 на 3 против 14 на 1. Сейчас, кстати, подставлялось нормально. Была бы сеточка прокачана, можно было бы цепануть и лещей надавать. Но нет. Аппарат делает отводы. Ну что, Тайдхантер. Появляются транквилы. У него вообще все замечательно. Мувспид просто бешеный. С регеном хп здесь тоже проблем нет. Ну, правда, их сейчас поломают. Да, вот поломали. Аппарат начинает наваливать. Здесь могут спануть, в принципе. Вот Турсан неприятную по горбу бьет. Пожалуй, соглашусь. Что, скоро появится экзорцизм. 3-0 пока ведут MVP. Патмы 1400 на руках. И готов заходить Рейзен в спину Думу. Дум не подставляется. Руна Инвиза. Забирает ее в ботл. Пытался закинуть на хайграунд. Не пошло. Слишком далеко все это было дело. Забирает катапульту. И дынает катапульту. Банша сейчас может развалить. Да, есть задувка. Хотя нет, тут слишком толстоват с брейсером Кво. Ему прилетает как раз таки ботл. Пошел Ливинг Армор. Сейчас отопьется. Да, все неплохо. Ну и Тайдхантер уже почти 6 уровень. Физы появляются у Патмы. Так долго копила деньги. Я думал, то, что явно появится Мидас. Но почему-то решил одним кликом взять физы. Ну что, следом должен появиться какая-то аквилка. Все, что есть слип, можно попробовать через слип арол даже сделать что-то. На самом деле перебоковало, по-моему, здесь немного. Хотя линк армор, да. Забываю постоянно о присутствии дерева на карте. Тайт совсем чуть-чуть и будет ревейдж. Что, будет ли пуш на топе? Патма поискала, никого не нашли. Думают, что где-то здесь ныкается Дум. Но Дума здесь давно нет. Дум находится в лесах. Получает свой третий уровень, сожрал крипа. Есть у него сатир, можно постоять на лайне теперь. Старшторм, падают крипы. Ну и вышка начинает тоже отваливаться потихонечку. Забирает Дум крипов. Подходит следующий вейв. Поднимает Дума. Подтащили. Арол, Сид. Как много дэмэджа, бомбо отваливается. Ну и вышка тоже здесь, скорее всего, упадет. Фортификейшна уже нет. Хасту забирает Нага. Нага очень неплохо себя чувствует. 37 на 6. Летят к ней барабаны, я так понимаю. Да, уже готовы. И тут есть рэвидж. Тут у Морфинга ПТ и базилка. Что с вышкой? Отдают по какой-то причине Рубику. Наверное, чтобы появились арканы. В принципе, да, они не помешают здесь. Появляются арканчики. Сигналит, мол, давайте сюда, я тут проюзаю. Ну что, Тайдхантер есть ТП при себе. Если что, может куда-то прыгнуть. 120, 270 и 312. Нет, не хватает на все. Если сделает ТП, то на гаш не хватит. Только на ревидж. Ну, либо на ревидж
и Анчор Смэш. Ну что, Нага тут медле 8 уровня уже есть. Снейр почему-то не качает даже единицу. Летает. Тут, кстати, есть экзорцизм, но почему-то Банша не отпивается, не юзает его, даже не хочет подпушить вышку. Восьмая минута. По деньгам MVP выигрывает уже 2000 на восьмой минуте. По XP 1500. Мы видим, что по графикам пока Каре единственный находится вот на топе. По криптацию следом идет Нага медловая. 49 на 7. 48 крипов. Ну, тоже 49 становится у Банши. Руна появляется на топе. Рубик может проконтролить, оставляет ее для Банши. Ой, извиняюсь, Банши. Для Наги. Для Банши, конечно, это было предательством лютым. Тайдхантер. Пора бы реализовать уже, наверное, свой Ревейдж. Собирает потихонечку меку. Чейнмейл появляется. До Баклера не так много, но придется еще чуть постоять, чтобы покапал золото. А выходит спокойненько на лайн, быканул. А Морфинг тут динает всячески. Напрягает Тайдхантера. Неприятно ему, но экспу хотя бы получает, и то ладно. А вот сейчас может подставиться. Нет, не может, на нее даже не дергаются. Тем временем на топе Патма с Рубиком начинают наваливать вышки. До сих пор нет аквилы. На мое удивление, ну и без аквилы тюкают неплохо. Хотя не помешал бы лишний армок крипам, бан реген, да и атака в принципе. Тайдхантер тут ничего не грозит, а вышка будет отваливаться. Когда же у нас первый экзорцизм на карте наступит? Уже 10-я минута, по-прежнему не юзался. Дум здесь забрал крипов, 630 хп остается у вышки. Пошел арол мимо. Вейв. Ну что, Лингармор, и все в порядке. Да, рейтинг хп очень сильный, 11,5. Крипов забирает, 8 уровень есть. И тут ребята продолжат, судя по всему, пушить. Что, вышечка потихонечку, но отваливается. Тут-то дерева нет, подхилить некому. Уже 300 хп остается, еще пару заходиков, и все норм. Инвиз забирает Нага, 9 уровень, 200 на руках есть уже, все-таки пойдет в Рейденс. Что, дерево есть, что уровень? Равейдж тоже есть. Не хватает Дарксира для всей этой компашки, чтобы жуть как больно накрывать. Дума тоже левел ап. Есть ультимейт, наконец-то. Это уже ничего не боится. Реген очень хороший. Плюс есть линк армор, если что. Который, правда, на потме. Что, у товара 290 хп. Марш, может, если что, накрыть ультимейтом. Сюда подходит Рубик в смоке. Я так понимаю, он хотел зайти в спину Думу. И это может получиться. Да, Дума сейчас засветился. Заходит сюда Рубик. Будет поднимать, будет лететь Арроу. Старштормом, не достал. Телекинез. Пошел Арроу, Бамбоа попадает. Ну, слишком мало дэмэджа. И ничего не получается. Бамбоа выживает. Сейчас получит свой 7 уровень. Тем временем в медле. И тем временем Нага подпушивает вышку. Ее никто не трогает. 2900 на руках. Самый большой криптац. Попытка цепануть Тайдхантера, но рядом с деревом это не вариант. В любом случае есть Линкармор. В любом случае есть Рут и Равейдж. Убить было бы его очень трудно. Старшторм. Очередной пак крипов отваливается. И ну, вот с этого захода, да, приходится проюзить фортификейшн. И будут пытаться заденаять здесь бомбоя. Хотя это опасно достаточно, потому что можно словить телекинез или арроу и отвалиться. Да, патмен достается в вышка.
Чен забирает руну иллюзий, получает гаш, тут же подходит дерево. Ну, Рабыч, ты, вы посмотрите, что творится. Пошел Сид. Есть аппарат. Будет ли рут? Есть рут. Еще один анчор смеш, нету. Лол! Чен уйдет! Ульт по тьмы. И выживает здесь Тайдхантер. Очень много потратили на Чена, при этом Чен выжил. А вот Тайдхантер, возможно, и не выживет. Нет, Тайдхантер тоже выживает. Медли тем временем падает еще одна вышка. 3800 есть у Наги, сейчас появится Сакрет. Это так и будет рейдинг в 15 минуте. Ладно, 15 не будет, но скоро. Не понимаю смысла использования банши, если экзорцизм вообще не юзается, то есть пуша как такового нет. Сейчас будет денайбл вышка. Да. Ну, в любом случае, Сакрет здесь уже есть. Тем временем на боте. Тайдхантера будет сейчас уже мега. Шторм. Патма Персиверанс и 1300. Это будет линка. Линка здесь не помешает. Это явно тоже Нагу сейвит лишний раз. Ей не придется собирать. Ну что, одним кликом хочет собрать? 4500 уже есть. Не так много остается непосредственно до и рецепта разом. Да, приобретает рецепт и отправляет. Ну, сейчас в секрет шоп. 600 осталось дофармить. Это совсем чуть-чуть. Вышки, я так подозреваю, все фуловые. Да, вот в медле подхиливают, на ботами тоже почти фуловые. Трудновато здесь будет спушивать. Вот, наконец-то пошел экзорцизм. Ливен Арбор сразу сшибается и будет под пуш. Попытка цепануть. Нет, здесь ни дайгера, ни форстафа, поэтому догнать баншу не получится. Очень большой мувспид. Ну и ТП на ботом. Морфлинг. Морфлинга не цепануть. Есть репликейт, есть вейв. Не убить. Очень трудно здесь будет сражаться. MVP вначале сделали 4 фрага. Кстати, по 15 минуте. Преимущество выросло еще на 1000. 3000 по золоту, 1500 по XP. Ну, понятное дело, что только вот сейчас Сакрет появится. Точнее, фуловый рейдинс уже. И Нага будет набирать обороты. И по фарму, и по XP, и по всему, чему можно. Да, можно вспомнить, кстати, MVP. Тут проблема у Патмы. Патма погибает. Это первый фраг команды Зефир. Хочу напомнить вам то, что я комментировал как раз-таки MVP. MVP Феникс. Это было с демоном просто MVP. Вот эти MVP, которые были не Феникс, которые были просто MVP. Сейчас это Микс, я так понимаю. Демона здесь нет. Это обычная корейская команда, дорогие друзья, которые... Пали два сапога, которые Свена саппорта качали через пассивку Клифф и так далее. Прошло буквально-таки, ну, даже чуть больше, чем полгода, месяцев, наверное, 8, то что, сколько, 9 месяцев, наверное, или 10, комментирую. И получается, за 10 месяцев ребята сейчас гоняют Зефиров. Зефиров, которые очень длительное время играют в Доту. Опыта у них, наверное, раз в 25 больше, но это никак не помогает им сражаться с корейскими задротами. Что будет через 2 года, 2,5, я не знаю. Корейцы легко могут ворваться вообще в топ. Ну и вот Radiance. Уже появляется. Неприятно здесь и Морфлингу, неприятно и крипам Чена, так... Наги лучше убивать, да. Ну и начинает пушить потихонечку. Нага не такая тонкая уже, все-таки барабан у нее есть. 1150 хп, вышка отваливается очень быстро. Иллюзии 4 уровня. Подходит за рубик, дал арканы. Ну и вышка упадет. На топе тем временем дум. Нет, ничего вышки не сделает. Нага забирает и эту вышку. Скорее всего появится травела, хотя возможно сразу пойдет в укрепление какое-то. И продолжит сплит-пуш. Посмотрим.
Под мы 2400, но ультимейт торп хватает. Можно приобретать. Все всему оставляет на байбек. Или же нет. Нет, заходит в лавку, покупает ультимейт торп. Тоже 1000 с лишним хп уже. Банша, есть ли Юл? Юла нет, есть барабаны. Ну, хоть что-то. Задувает по тайду. Украл задувку Рубик. Да, Нага с Ридимсом вот начинает, мы сами видим. Отвод крипов везде, где можно. Риптайд к кулдауну, да. Фарм, фарм, фарм. Корейская Нага, в принципе, не уступает сейчас никому. 154 по крипстацию. Нетворс, давайте посмотрим. 10200 уже обгоняет Морфинга на 2 с лишним куска. Мы видим, провал по золоту начинает увеличиваться. Уже почти 5000 по золоту. Икспа, правда, выровнялась. Всего лишь 500 выигрывает MVP Феникс. Но я думаю, это временно. Да, вышки хилят дерево. Но с этим проблем вообще нет. Подмушечка, подма. Хватает уже на линку, надо вот просто один пак крипов забрать. Травела появляется у Наги. Все-таки по стандартному запаку идет. Выживаемость, рейдинс, травела, мобильность. Ускоренное перемещение иллюзий, чтобы побольше точек контролить и фармить. Ну и цепануть его гораздо труднее. Кстати, у Тайда 2200. Будет ли это даггер? Сейчас посмотрим, если пойдет в шоп. Нет, не идет в шоп. Морфлинг находит его. Будет ли рептайд, будет ли сеточка. Ну что же. Здесь кого-то цепляют. Под хил, слип, от Наги. Летит сюда ультаппарат. Ультаппарата не попадает. Ну и проблемы у Банши. Дум на Нагу. Вейв от Морфлинга. Да, Морф начинает разваливать. Он тоже больно бьет, хотя у него только линка и ПТ. Подхил. Нага здесь может погибнуть. Не хватает выживаемости. Дум не успеет закончиться. Вейв от Сатира. Запрыгивает Дум. Минус. Рут от дерева. Пошел Арон. Здесь еще подмайн. Стоит звать. Будет ли Равейдж? Не будет Равейджа. Еще и Сайленсом заткнули. Есть мека. Морф просто убегает. Тайт с даблдэмэджем. 2,5. Да, неприятно в том, что Нага погибает, конечно, для MVP. Размен получился 1 в 2. Мне кажется, линку надо было Марчу повесить на непосредственно Нагу Сирену. Тогда был бы шанс выжить. Так шансов выжить не осталось. Ну и давайте, если Марфу так фармить, то можно проиграть эту катку. На самом деле уже есть ГОСТ. Мало-мальски так может появиться и Зерил. Ров крипа. Патман начинает постреливать по вышке. Является Нага. Он начинает фармить. Она понимает сейчас, что вот с помощью Дума ее могут заткнуть. Поэтому лучше выфармить себе какую-то тараску, чтобы на Дум было наплевать. В инвизе стоит Тайдхантер. Спалил движло. А Нага тем временем пушит ботом. И придется сейчас выбирать, что защищать. Здесь Рубик с патмой постреливают, Старшторм, все дела. Откидывается от крипов. В любом случае, у вышки уже вообще ничего не остается. Тайдхантер может подставиться. Хотя тут мека, куда он подставится, ничего ему сделать не получится. ТП на топ. Рубик. Надо катапульту забрить, либо довести уже вышку до состояния Деная и добить. Ну, скорее всего, так вот и происходит. Хотя, Ливинг Армор. Да. И вышка уже не в состоянии Деная, и потихонечку будет хилиться. Какой там Линк Армор 4? Да, 4. 15 секунд, 13 хп в секунду. Итого нормальненько так подхиливает. Вести 15 где-то хп за заход. Not bad. Ну
И форстав скоро появится у Рубика. Патма пытается подсейвить Нагу. Но Нага под думом. Опять в очередной раз пытались цепануть. Не пошло. Ну и фарм Рошана. Дабл дэмэдж под мы. Дэдхантер неплохо танкует. Ульт аппарата. По троим залетел. Тут же Линкармор. Ну, Линкармор, наверное, быстро спадет. Да, уже спал. О, Рошан остается. Сбили линку. Ну что, украл? Украл реплики. Неплохо, конечно, для Рубика, но вейв бы тоже, наверное, неплохо смотрелся. Подходит сюда наконец-то Нага. Здесь может быть стычка сейчас какая-то. Тайдхантер видит движло. Ну, Нага разбирает все это быстро очень с Рейденсом. Продолжается фарм. Патма убивает Рошана или Нага. Патме все же достается. 1700 на руках. У Наги Яша уже есть. 800 тоже на руках. Так. Морф понимает, что где-то рядом иллюзия. Много дэмэджа на хау от Рейденса. Нага пошла бы колоть, они должны понимать, что это репликейт. Или развод на дума. Задувка. Да, развели на репликейт, потратил дум, тут же пошел равейдж. Здесь настоящий Нага вгрызается, пытается выхилить дума. Дум погибает, залетает на морфинг, убивает Тайдхантера, но уже поздно, пошел экзорцизм. И лучше отойти. Репликейт Наги, тут же слип. Да, неприятно дохнуть от своего же Рейденса, поэтому лучше улететь. Да, дума сейчас развели знатненько. 1600 на руках. Рубик под регенерейшном. С днем рождения тебя. Спасибо. Ну и что, Патмам. 200. Я не знаю, что будет появляться. Ну, Марфа до Гаста остается совсем чуть. Ну, Марфа вряд ли получится цепануть, все-таки линка. Хотя сюда еще кто-то прилетает, прилетает сюда Тайт, может Гашем сбить линку, можно его порутать. Реплики у него вроде как нет, да, сбивается линка. Пока его ведут. Ну что, будет ли рут Марфа? Можно Чена вырубить очень быстро. Пошел рут. Гаш в Чена. Пытается сделать тэп-аут. Старшторм, анчор смеш. И Чен улетает. Отличный стан по двоим. Морфинг пытается уйти. Прилетает на Нагу. Пошла сеточка. Поднимают телекинезом. Морф может погибнуть здесь. Да, забирают Марфа. 50 секунд его не будет. Нужно срочно забирать крипов и идти сносить Т2. Мейлшторм появляется у Патмы. Нага совсем скоро приобретет себе Манта Стайл. Ну а тем временем топ пушит дум. Ну что, пойдут пушить. Патма, Ароу, аппарату, сбивают ТП. Тут же подходит Нага, Риптайд, ну и две тычки. Да, очень быстро разобрались с аппаратом, 30 секунд его не будет. И фортификейшна нет, пошли арканчики, вышка начинает падать. Ну, крипов-то кто-нибудь остановите. А куда ушел? Ага, понятно. Какой-то почти на базе. Гибает Тайдхантер, прибегает туда дерево. Тут же кидает на себя инвиз. Если есть вижен, то ему габелла. Вышку пытаются подсейвить, дерево там кое-как и выйдет экзорцизм. Фортификейшна нет.
пошел Линкармор, все равно забирает, пошел Рут, и под экзорцизмом сейчас можно просто развалиться. Слип от Наги. Ой. Арол. И Баншади, скорее всего, погибнет. Залетает ульт аппарата, нужно его как-то заевейдить. Дерево получает ульт аппарата, сейчас повысит. Дум. Уходит, пошел Линкармор. Ну, под Линкармором, я думаю, переживет ульт. Бомбоа пытается сделать тэп-аут. И улетает отсюда. Да, уже поздновато начинают тут. Поздно пить боржоми, когда почки уже отсохли. Ну что, 9-5. 28 минута. Чуть более 5000 преимущества у MVP по золоту. 2000 по XP. И... Тайдхантер, 13 уровень. Мистик Став и рецепт на Шиву. Не так много остается, кстати, до Шивы. Это будет вообще провал, на самом деле, для Зефиров, потому что сделать что-либо будет трудно. Морфлинг, наконец-то, прилетает шотган. Вот тут фармит, фармит зеленый арбуз. Бомбо так нормально залетает, плюхи. Причем сделать он ничего не может. Показывает, мол, давай цеплять. Бомбоа. Рубик. Форстав. Поднимает телекинезом. Рано еще. Вот теперь можно поднимать. Старшторм. Бомбоа пока выживает. Сбрили по тму. Морфлинг. Выявиться. Есть ровейш, если что. Можно проюзать. Но в кого? Чен погибает. От иллюзии Наги, я так понимаю. Заход на хайграунд. Пошел Арол. Банша. Поймал Арол. Тут же рептайд и минус банша. 60 секунд ее не будет, это очень долго. Пошел Линкармор, пошла сеточка. Ну вот нет Арроу. Был бы Арроу, может было. Ой-ой-ой-ой-ой, что украл Рубик? Рубик украл перекачку, полностью перекачал ловкость. Теперь у него 2000 хп. Это провал, дорогие друзья. Рубика будет убить очень трудно. Ну и падает первая сторона. 30 минут, Дум запрыгнул, заткнул Тайдхантера. Ну Ревейдж он здесь не даст, это понятное дело. Слип, но все равно отдают. Убили оранжевой барак и отходят. Правильно делают. 3800 у Наги на руках. Возможно, появится какая-то Тараска. Хотя сейчас посмотрим, может это будут и диффуза. Боту, наверное, можно уже продать. А, нет, топорик еще есть. Зачем продавать боту? Да есть топорик. Нет, продает боту, оставляет топорик. Хм, интересно. А, и топорик ушел с молотка. Аганим появляется у дома и начинает собирать рефрешер. Хм. Выбор, в принципе, неплохой. Но посмотрим, как это отобразится. Наги сейчас появится Тараска. Очень скоро, минуты через полторы-две. И, соответственно, в принципе, на Думе ей будет плевать. Да, иллюзии Наги уже очень многое могут. Фармятся лайны, фармятся леса. Вот уже 9 сотен на руках. Совсем скоро будет хватать. У Банши есть юл, есть рецепт на Тараску. 5 сотен также остается. Взорвали здесь аппараты, и вот она Тараска, грубо говоря. Вот Тайду единственное, что не хватает даггера здесь. Есть, конечно, Шива, и будет потихонечку сейчас пайп появляться. Заход на хайграунд. Дум затыкает. Ну и уходит Тайт отсюда. Просто пешочком. Пошел экзорцизм. Шотган переживает здесь Рубик. Рубик тоже уходит. Мунлайт. И все уходит по кровам ночи. Тайт пережил все это дело. Начинает регениться. Прошла мека. И цепанули. Да, никуда здесь уже не денется. Банша в юл поднимается. Взрывается Рубик от экзорцизма. Отличный ульт аппарата. Пошел ревейдж. Забирает Баншу, но... Морфинг-то еще живой. Морфинга надо тоже чем-то цепануть. Хотя у него это репликейт. Уходит на вейве. Как же он заевейдил ульт дерева. Очень круто. Ну и по итогу размен один в один. Рубик на баншу. Бараки снести не получилось. Что
Патмы. Мы 1800. Гем появляется у дерева. Да, Тай тут ультанул очень неудачно. Не пошло у него. Заивейдил Морфлинг отлично все это дело воевом. Ну и дабл дэмэдж, я думаю, стоит оставить Наги. Тараска появляется у Банши. Извиняюсь, у Банши, у Наги. Все, меня уже плавит. 16 уровень, слип кулдаун всего минуту, поэтому схватки можно инициировать легко, а в купе с Тайтхантером через слип можно творить страшные вещи. Отсутствует у него даггер, но вот сегодня модно стало не использовать даггер, когда в команде есть Нага. Появляется Рошан. Я думаю, что если его заберут, Рошан как раз таки будет, наверное, отправленной точкой. Рыжовый барак не сильно все меняет. Чуть-чуть лайн подпушивается, но с большой аппаратом и его морфинг это не особая проблема. Ну и тут до Тараски остается 200. Что очень сильно спас Баншу Юл в той ситуации. Если бы не он, то развалилось бы все в секунду. Дерево. Вот дерево с даггером. Ну и что, будет заход? Нет, уходит на Рошана, там как раз таки спалили его, и опять стоит в соло под моего разваливает. Ливинг Армор позволяет это делать, да, вот. Накинули, сейчас быстренько отрегенится. 25 кп в секунду регена, очень неплохо. Оставляет иллюзии на страже. Нага еще умудряется фармить все чужие леса. Да, корейцы очень неплохо сейчас показывают себя, и вот зефиры. Совсем недавно они пешком под стол ходили в доте, грубо говоря, ну, я не знаю, как это иначе назвать. Два сапога на шторме и так далее. Вот вся эта фигня была буквально 6-7 месяцев назад. И вот спустя 7 месяцев сейчас Бомбо отхватывает вещей просто очень-очень сильных. Бомбо, который участвовал на интернете. Да, корейцы, которые запустили доту 5 месяцев назад. Сейчас просто уничтожают на Наги. 12 тысяч преимущества на 35-й минуте по золоту, 4 тысячи по XP. Ну и Тайт опять с дабл дэмэджем, опять ломится в мид. Он, кстати, с Аегисом уже надоело, то, что вот Дум постоянно затыкает, а вот Дума до рефрешера остается 1400. Сможет он задизейблить сразу двух игроков, если ему, конечно, маны хватит. А это, вот, кстати, не факт. Ну и заход на хайграунд. Иллюзии Наги пошли кромсать бараки. Как-то слабовато, дэмэджа не так много. Достаточно сейвовая Нага, Мантестайл, Тараска, барабаны, кроме Рейденса-то. Сильно, а ну, Мантастайл неплохо дэмэджи дает. Тайт, конечно, жутко быкует. Получил сетку. Слип. Морф. Будет ли сюда ТП? Есть ТП. Через 5 секунд заканчивается репликейт. Но он же улетит. Просто отжимает ару мимо. Ну, не все еще рейцы натренировали, ладно. Слишком было бы все идеально, если бы они за 6 месяцев и такой штуки научились. Ну, главное, они же пробуют уже ее ремизовать. Мор. Находит. Ну, это минус Рубик. Он здесь никуда не денется. Лингармор, да. Убивают. Без шансов. Тайт. Есть слоу. Странно, что Чен не качает вот эту штуку в компашке с морфом. В принципе, она неплохо работает. 32 бонус дэмэджа из атаки. Морф-то с руки нормально наваливает очень даже. Я думаю, без Рубика вряд ли заходить будут. Хотя... Репликейт Наги. Вот это сильно, да. И начинает все гореть. Убить его очень трудно. Он с Тараской как-никак. Дефуза появляется у Наги. 37 минут игры позади. А Нагу уводит просто крипов от себя. Пум-пум-пум-пум. Вот диффузами сейчас дэмэдж значительно вырастет. Аджилки нормально дается. И плюс манаберн очень хороший. Их можно даже прогрейдить. Обычно китайцы, кстати, грейдят диффуза прям сразу на Наге или Лансере. Ну это корейцы, да. Это еще пока не китайцы, но я думаю, скоро они к ним придут. Недолго осталось. Так, а вот спанули. Спанули Марча.
Марч минус. Хватмат пыталась сражаться, 7 секунд в таверне. Ост, а диффузор же снимают репликей, да? Ну, раньше снимали, сейчас я не помню. И рядом эксперти, у него можно спрашивать. Первый дойти диффузор снимали репликейт и вард тулы, и все-все-все, а здесь по-другому. Да, интересно на самом деле. Если снимают репликейт, это, конечно, очень крутая штука, потому что сейчас репликейт из Наги будет создавать неимоверное количество геморроя для команды MVP Феникс, что Нага толстая, 3000 хп, и убивать кроме самой Наги ее там мало кто может. Ну, Патмы неплохо с дэмэджем, сейчас еще Манта Стайл появится. А, да, кстати, тут Рубик стал самым толстым персонажем практически среди саппортов. Он украл Морфинга перекачку. Перекачал ловкость, теперь у него 2000 хп. Трудновато убить этого саппорта. Теперь остался адаптив страйк. Да, кстати, это вообще будет... Тогда Морфингу я бы удалял доту на его месте, потому что он проиграет практически своей команде все. Пытка, наверное, должна быть зайти по мидлу. Вот, наконец-то, Тайдхантер приобретает хоть какой-то айтем для врыва. Это форстаф. Не дагер, конечно, но хоть что-то. Так, должны... Да, поставился с энтри. Рубик, кстати, в этой игре очень неплохо. Он тут на репликейт Наги развел на Дум и так далее. Он в этой игре неплохо себя показывает. Нага получает Дум. Тут же получает Лингармор. Есть Ravage, неплохой бомбой. Как же много дэмэджа, Патмата наваливает не хуже Наги и Морфлинг. Сбивай Егис. Пытается уйти Чен, но там от Мейлштормом все погибают. Нага здесь тоже скопытилась. Тут же байбек и должна прилетать на травелах. Да, у нее есть травела, пытается уйти. Анчер смеш, ну каши нет. Нет, и сюда нет. Байбек от Морфлинга. Начинают бить бараки. Фортификейшн. Там экзорцизм. Еще чуть-чуть. Дамажит он очень даже неплохо. Рубик, телекинез, ару. Пятисекундочка, запрыгивает дерево. Ой-ой-ой, как больно залетело. На воеве заходит сюда Морфинг. А есть ли репликейт, чтобы уйти-то отсюда? Судя по всему, репликейта нет. И Карей может сейчас погибнуть. Подходит Нага, Риптайд. Да, минус Морф. 100 секунд его не будет. Это ГГ ВП, скорее всего. Потому что дефать без Морфа, я думаю, тут не получится. Сразу ребята бьют Т4, понимая, что смысл сносить стороны, когда 80 секунд нет мейнкерри и 50 секунд нет мидера. Просто ломают Т4. Да, там сейчас Манта Стайл будет через секунду. Ну, решил Нага даже не видеть его. Просто харасит. Бомбоа. Есть Дум. Получает сетку. Затыкает. Ну, это как-то не особо меняет ситуацию. Цепляет за Сечена. ГГ, пишет Секси Бомбо. И 22-10 MVP выигрывают Зефиров. И Зефиры по-прежнему остаются на 10-й строчке нашего турнира. Блин, я их считал одними из, наверное, фаворитов перед началом.